Сегодня агрессор реализовал давно заготовленный план по массовому обстрелу всей территории Украины, о котором уже несколько месяцев шли разговоры. Российская военщина плоть от плоти советской, и можно не сомневаться, что такой план предполагал использование максимального количества боеприпасов по максимальному количеству целей по всей Украине. Там условно прописали запустить, допустим, 100 ракет, которые должны в обязательном порядке отстрелять в рамках всей этой гениальной операции. А в связи с тем, что флот выбыл, то количество ракет морского базирования компенсировали пусками максимального количества со стратегических бомбардировщиков. По предварительным данным, было использовано 18 единиц, и похоже, что это все Ту-95, которые оборудованы для пуска крылатых ракет. По данным нашей разведки, весь этот ракетный психоз одичалых сегодня обошелся им в сумму около полутора миллиарда долларов. Это была самая массовая атака с воздуха, которой подверглась Украина с 24 февраля 2022 года. Но прежде чем перейти к обсуждению статистики, просто напомним о том, что там уже давно пованивали. Почему до сих пор ракеты не попали по Верховной Раде, Министерству обороны и другим знаковым местам? Возможно, конторские отвлеклись, и поэтому некому было ответить на такую предъяву, чтобы кротов не перебить. Но какой-то военный, возможно, героический летчик попробовал все объяснить. По его словам, каждый любознательный россиянин может без труда посмотреть, где находятся рубежи для запуска крылатых ракет, на которые выходят стратегические бомбардировщики, и обнаружить нечто общее. Большая часть пусковых позиций находится над акваторией Каспийского, Азовского или Черного моря. Остальные в двух точках в безлюдной местности на десятки километров. Такие места подбираются далеко не случайно и не потому, что надо все это скрыть от посторонних глаз. Он считает, что пуски крылатых ракет воздушного базирования невозможно осуществить незаметно, и то, что кто-то увидит запуск, ни на что не влияет. А вот море или пустынная местность минимизирует ущерб от ракет, сошедших с пилонов нештатно. При запуске часто происходит падение ракеты из-за отказа каких-то систем, или она уходит явно не туда, куда надо, что говорит об отказе систем управления или наведения. Такие ракеты уничтожаются в режиме самоликвидации. Все это падает, и такое точно не надо видеть посторонним, тем более не нужны проблемы с пострадавшими. Это к тому, что когда сводки нашего генштаба показывают непропорциональное число бортам, то, скорее всего, это из-за того, что какое-то количество потеряно еще до того, как ракеты вошли в воздушное пространство Украины. Ну а так как Советский Союз никуда не делся из Московии, то там тоже обожают круглые цифры. Например, что они могут считать массированной атакой, чтобы о такой не стыдно было докладывать товарищу Путину. Возможно, это пуск 100 ракет, потому что все, что меньше, недостойно называться таким термином, источающим скрепное величие. Итак, вот предварительные данные, представленные украинскими ВВС. Запущено следующее не менее 90 ракет Х-101-555-55, 55. 8 крылатых ракет Х-22-32, не менее 14 ракет С-300, 400 «Искандер-М», каких и сколько, пока разбираются. 5 аэробаллистических Х-47М-2 «Кинжал», 4 противорадиолокационные Х-31П, 1 Х-59, 36 ударных БПЛА, шахет 136, 131. Всего зафиксировано 158 воздушных целей, сбито 114 из них, 87 ракет и 27 дронов. То есть за один раз рашисты выпустили более сотни крылатых ракет разного класса плюс 5 кинжалов. Если бы ограничились только крылатыми, без баллистики и дронов, то и тогда это был бы самый массовый налет, но ну, а все вместе это дает почти в два раза больше, чем самый массовый налет на данный момент. Если сравнить с нашей атакой на штаб Черноморского флота, судоремонтный завод в Севастополе или Керчи, на БДК Феодосии, то наши двумя ракетами поразили военные цели, точно попав и уничтожив. Рашисты отстреляли в 50 раз больше ракет и в 80 раз всех средств поражения, и чего достигли в военном плане. А теперь представим, что ВСУ смогли запустить такое же количество ракет, допустим, по флотским объектам. Если бы полетело по Черноморскому флоту, то его уже не было бы в принципе. Утопили бы все, включая катер командующего и тренировочные шлюпки. А если полетела по Северному флоту, то после такого удара он перестал бы называться флотом и стал бы Мурманской флотилией маломерных судов. А специально для дорогих моих москвичей давно пора устроить общегородскую, эксклюзивную, голую вечеринку с достойным светом и звуком. А то совсем там одичали, с пипетками в носках, болезные.